Ого, вот так не залазит. Есть. Всем привет. Для сегодняшней самоделки нам понадобится пустой баллончик от сифона. В задней части баллончика нужно сделать ровный срез. Ровную линию по окружности можно сделать с помощью тетрадного листочка. Зажимаем тиски и отрезаем. Посредине баллончика делаем окно. Вначале сделаем загиб внутрь. Заточим торец. Самую сложную и скучную часть мы сделали. Получилась вот такая весечка. Тапки. Надо будут тапки. Подготавливаем тапок. Далее в ход идет наша весечка. Канцелярским ножом подровняем край. Нанесем немного обувного клея. Ждем минутку, чтоб подсох. И склеиваем. Кусочка оцинковки сделаем шаблон. На отогнутую часть приклеим наждачную бумагу 240 грит. На заостренный 10-сантиметровый отрезок сварочного электрода тройки одеваем нашу заготовку. Заводим проделанные отверстия в доски. Смазываем. Включаем равер и приставляем шаблон. И буквально за секунды получаем нужную форму. Легким движением сглаживаем углы. Берем тройной крючок первого и четвертого номера. 10 ниточек флюоресцентного люрекса.
наматываем на 4 пальца. Продеваем в ушко тройника 4 номера. Скрепляем нитью. Проклеим. И подровняем. Тройник первого номера будет находиться в начале, а в задней части четвертого номера с опушкой. Одеваем шарик на тройник с опушкой. Берем нержавеющую проволоку на 6 мм. Как вариант, можно взять простую скрепку. Сгибаем и примеряем. Заводим эту скрепку в ушко тройника с опушкой. Обматываем скрепку нитью и проклеим. Одеваем центральную часть. Сгибаем проволоку и заводим тройник. Напротив загиба крючка делаем петлю. И через эту скрепку скрепляем. Фиксируем нитью. И одеваем на цевьё последнюю третью часть. Теперь простому рыбаку, который увидел это видео, будет сложно выбросить старый тапок в мусор, зная, что можно сделать вот такие просто шикарные мандулы на судака и щуку. Мандула очень уловистая приманка, но сама по себе приманка не играет на равномерной проводке. Ее нужно анимировать. Один или два оборота катушки с легким подбросом кончиком удилища. Тогда эта приманка прямо оживает, и рядом стоящий судак или щука не устоят перед такой вкусняшкой. Хорошо. С первого заброса, да? Угу. Да. Щука. Показала ротика. Там большая. Аж там дуже велика. Там більше, чем я ловила, наверное. Ого. Вот так не залазит. Есть! Капец!
Ого! Боже, а скільки в неї? Тут четвера, мабуть. Или 3,5. Жена б'є рекорди. З першого заброса. Ого. Тесь щось поймав. Чо, теж улов? Улов. Если видео было полезным, поддержите лайком, подпиской. Спасибо большое за просмотр. Всем вдохновения и пока!